Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня 30 декабря, сегодня воскресенье. С наступающим вас Новым годом, с наступающим вас новогодним тиражом. Недаром англичане говорят, что самое интересное, самое красивое в игре, имею в виду футбол, это счет. Но если говорить о телевизионной игре лотереи русского, то самое красивое в ней это призовой фонд, который сегодня, как мы и обещали, более 150 миллионов рублей. Как там некоторые волновались о выборах, придут, не придут голосовать за нас, наши зрители проголосовали 150%. Ну, как говорится, как встретишь Новый год, так и будешь жить в этом году. А встречаем мы его замечательно. Итак, здоровья, счастья, удачи вам в наступающем Новом году и в сегодняшнем 377-м тираже всероссийской телевизионной игры «Лотерея». Русское лото! С чем у нас ассоциируется Новый год? Ну, конечно же, с елкой, подарками и шампанским. Ну, елку, я надеюсь, вы уже увидели за моей спиной. Подарки у нас приготовлены, остается, конечно, шампанское. У нас в тиражной комиссии представители Московского завода шампанских вин «Корнет», начальник цеха виноматериалов Лидия Кузнецова. Начальник цеха шампанизации Игорь Куликов. О, да здравствует шампанизация всей страны, Игорь. Замначальника отдела Наталья Щетинина. Наташа, я знаю, что в наступающем году мы будем иметь удовольствие поздравить ваш завод с 60-летием. Я думаю, вас поздравят все ваши коллеги, потому что практически все винодельческие заводы страны используют вашу технологию. Это верно? Это верно? Верно. Верно. Ну, если вы хотите, вы можете поздравить тех, кто в Новый год откроет бутылку шампанского завода «Корнет». Большое спасибо. Коллектив Московского завода шампанских вин «Корнет» винодельческих предприятий России от всей души поздравляет всех с наступающим новым 2002 годом. И мы хотим сегодня в этой студии подарить программе «Русское лото» наше прекрасное шампанское, с которым мы надеемся и эта программа, и все вы здесь в студии встретите Новый год. Здесь недаром написано «Надежда». Итак, с надеждой на успех многих миллионов наших игроков я прошу вас приступить к обязанности членов тиражной комиссии. Проверить наличие всех бочонков от первой и до 90. Переставьте. Не правда ли это напоминает, как это называется, дегустационный зал? Вот эти бочки, верно? Напоминает. Ну вот с этими мыслями вы продолжаете заниматься этой работой. А я передаю слово нашей компьютерной группе. И я думаю, что перед этим объявлением нашей компьютерной группы принимать не шампанское, а валидол, потому что призовой фонд просто умопомрачительный, говорит Татьяна Ионина. В 377-м тираже принимает участие 13 миллионов 365 тысяч 641 купленный вами билет. Общий призовой фонд игры составил 158 миллионов 166 тысяч 102 рубля. Все ли у нас в порядке? Все. Все в порядке, хорошо. Я подставляю наш игровой мешок, и вы можете смело приступать. Вы заведуете шампанизацией. Шампанизируйте. Удачи всем, кто играет в нашем новогоднем 377-м тираже. Ну вот, все они ровно 90 у меня в мешке. Я их перемешаю и передам ваши надежные руки. Потому что на некоторое время он останется на столе тиражной комиссии. Потому что нам нужно приступить к розыгрышу автомобиля. Мы провожаем его.
аплодисментами нашу тиражную комиссию. Автомобилей мы разыграем столько, сколько обещали. Более 150 автомобилей ВАЗ-2119. Замечательные наши машины. Итак, вместе со мной автомобили разыгрывают ведущие Метео ТВ. Ковригина Елена, Полякова Ирина и Александр Беляев. Я вас прошу сюда. Здравствуйте. Ну, замечательно. Ох, какая компания. Здравствуйте, Александр. Я очень рад. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, так тогда. Вот прямо чувствуется. Погода улучшается внутри меня, просто я чувствую. Я прошу вас принять участие в розыгрыше автомобилей. А вот перед вами, я сам волнуюсь, я никогда столько машин не разыгрывал, понимаете, более 150. Я даже боюсь себе представить эту автомобильную пробку, это больше, чем в Москве бывает. Итак, вот ровно 10 бочонков, от 0 и до 9. Я прошу сюда мешок. И сейчас мои ассистентки возьмут в руки билеты. Сейчас мы, если вы все проверили, все в порядке, мы открываем тогда задвижку. Отлично, вот они. Все 10, они у меня в мешке. Дело в том, что, естественно, раз билетов у нас в продаже было почти 150 миллионов, то, естественно, номера билетов могут быть семизначные и восьмизначные. Это понимают все, даже школьники с незаконченным начальным образованием. Значит, для того, чтобы уравнять шансы всех, кто купил билеты, всех четырех видов наши билеты, они все имеют равные шансы, мы вытащим ровно пять номеров с последнего. Остальные считайте, что в вашем билете уже сошлись. Итак, вот он, персональный семизначный номер вашего билета. Рядом с игровой сеткой. Итак, мы вытаскиваем последний номер, последнее число, будем так говорить, в номере вашего билета. Это 5. Номер 5. Естественно, я пятерку опускаю на место. Вы понимаете, почему? Потому что вы понимаете, почему? Ну, натюрлих. Натюрлих. Вообще приятно, очень приятно. Что вы у нас сегодня, прошу? Ах, вот так вы хотите. Ну что же. Один. Ира, тащи. Ира, тащи. Номер 8. Итак, второе число. Теперь, Александр Белев, вам, людям, которые привыкли работать на всей территории Российской Федерации, сейчас за вами следит вся Россия. Номер 9, точка внизу. Номер 9. Итак, остались всего два числа. Прошу вас. Нет, одной. Вот это единственное, что я не могу вам разрешить. Номер 7. И осталось последнее. Вот сейчас очень многие, у которых совпало пока все, смотрят на вас с надеждой. Прямо хочется глядя на вас говорить и говорить о погоде. Потому что, а вы заметили, что мы когда волнуемся, мы говорим всегда о погоде. Я здоровье. Как здоровье? Мы хотим соврать. Тоже говорим. Да, ну, я абсолютно искренен. Итак, с надеждой на вас. И вновь 7. Номер 7. Итак, если в вашем билете все эти номера сошлись, то все остальные сошлись и подавно. Считайте, это могут быть любые номера. В семизначных это 2 числа и в восьмизначных 3. Все любые сошлись. Главное, чтобы сошлись эти 5. Именно в том порядке, в котором они и выстроились. Я прошу нашу компьютерную группу повторить и назвать номера билетов, которые выиграли наши автомобили. Более 150 автомобилей! Автомобили выиграли билеты, оканчивающиеся на следующие номера. 779-85. Всего разыграно 150 автомобилей. 150 автомобилей. Ну вот, спасибо вам большое. Я вручаю вам билеты. Кстати, можете проверить. А может, вы уже себе что-нибудь да и вытащили. Проверьте. Вот так. Вот так. И у вас на груди номера. Вы можете занять свои номера в студии, прежде чем
вы пойдете, я хочу услышать, как мы аплодируем нашим гостям. Ну что же, замечательно. Я прошу вас взглянуть на свои билеты. Если пока еще они не выиграли автомобиль, не расстраивайтесь, впереди вас ждет много сюрпризов и огромный призовой фонд. Все четыре вида новогодних билетов претендуют в равной степени на все суммы призового фонда. Ну и, конечно же, умопомрачительная сумма джекпот. 20 500 000 рублей наш джекпот. Его можно выиграть прямо сегодня, если первые 15 номеров, которые появятся из мешка, окажутся в числе 30 номеров вашего билета. Вы понимаете, это кажется иногда так сложно, а вот в прошлом тираже также неожиданно мы разыграли кубышку, в которой было более 2,5 миллионов рублей. А сегодня, благодаря огромному количеству проданных билетов, наша кубышка составляет... 4 миллиона 9 692 рубля. Более 4 миллионов рублей. В новогоднем тираже можно выиграть и кубышку, если после окончания игры все оставшиеся в мешке номера останутся в одной из карточек вашего билета. Я об этом еще напомню в самом конце нашей игры. Ну а начнем мы, как всегда, по порядку, с первого самого тура. Призовой фонд первого тура. 58 074 рубля. Ну, конечно, для того, чтобы начать игру, мне, конечно, необходим мешок, и я отправляюсь к столу тиражной комиссии. Я забираю у вас этот драгоценный мешок. Ну и для того, чтобы играть в первом туре, мне нужен еще один наш гость, наш коллега, ведущий большой стирки Андрей Малахов. Здравствуйте, Андрюш, спасибо большое. Спасибо, спасибо, что пришли. Итак, мы приступаем к розыгрышу призового фонда первого тура. Он тоже большой, вам к большим величинам не привыкать. Итак, мы начали. Номер 64. Номер 64. Прошу. Оп. Номер 42. Номер 42. Прошу. Номер 53. Номер 53. Продолжаем. Нет. Номер 86. Номер 86. Итак. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов 509 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Андрей, мы буквально на несколько секунд должны прерваться, потому что сейчас информационный выпуск, и мы должны информировать наших игроков и почитателей нашей игры о следующем. Во-первых, результаты наших тиражей и, конечно же, сегодняшнего праздничного новогоднего тиража печатаются в газетах «Московская правда», «Комсомольская правда» из первых рук, в замечательном еженедельнике «Сударушка», а и в «Телеглас», и в газете «Вечерняя Москва», и, конечно же, в нашей региональной прессе. Если вам не хватило билетов на наш новогодний тираж, покупайте билеты на 379-й. Праздничный тираж, посвященный старому Новому году. Помимо огромного призового фонда, в нем будут разыграны более 6 автомобилей, более 10 снегоходов, а также поездку на родину Деда Мороза, в Финляндию! А вообще, Дед Мороз ведь из Великого Устюга, да? Он уже приехал в Москве. Но он, наверное, не знает о том, что его родина есть и в Финляндии, там... В христиане. Рост нашего Деда Мороза 2 метра 3 сантиметра. Замечательно. Вот, что значит вот Андрей Малых? Он знает все. Чем забита его голова? Он только не знает одного, какой номер он вытащит следующим. Прошу. Упс. Номер 65. Номер 65. Продолжаем игру.
Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 15. Номер 15. Конечно, компьютеру сегодня сложно. Билетов продано много. Стоп-игра! Стоп-игра! В первом туре выиграло 15 билетов выигрыша по 3871 рублю. Мы поздравляем всех 15 обладателей 15 билетов. Вот хотите верить, хотите нет. Вот какие странные все-таки неисповедимы пути Господни. Мы вытащили последний номер 15, и 15 билетов разделили между собой призовой фонд первого тура. Я вам вручаю билеты. Обязательно зачеркните те номера, которые вы вытащили. И вполне возможно, вы будете на шаг ближе к успеху. Итак, в нашей студии Андрей Малахов. Большая стирка. Ну вот, первый тур мы разыграли, и сейчас мы перейдем ко второму туру. Призовой фонд второго тура. 124 445 рублей. Мы начинаем игру во втором туре. Итак, я с нетерпением жду здесь игрока под номером 15. Прошу вас сюда. Вы идете так осторожно. Да, прошу вас. Ведь интересно, 15 билетов, 15 номер. Хотите верьте, хотите нет. Итак, мы здесь начинаем игру во втором туре. По одному бочонку из мешка. И игроки под этими номерами занимают места за нашим игровым столом. Номер 73. Номер 73. Вот ваше место за столом, номер 73. Прошу. Конечно, конечно. Номер 67. Номер 67. За нашим игровым столом 4 места. Не забывайте, что мы одновременно, разыгрывая призовой фонд второго тура, участвуем в розыгрыше нашего суперприза «Джекпот». Сумасшедшей суммы 20 миллионов. Ой, да еще 500 тысяч рублей. Вот и ой. Прошу. Номер 29. Номер 29. И последний. Внимание. Внимание. После девятого хода 276 билетов претендуют на розыгрыш джекпота. 276 счастливчиков с нетерпением ждут следующего номера, который вы вытащите. Игрок под этим номером займет ваше место за игровым столом. Номер 28. Сенкотин. Номер 28. А вам предстоит, прежде чем вернуться на место, после десятого хода претендует 72 билета. 72 билета. Я прошу моих ассистенток принести приз. Ну, вы понимаете, какой приз мы можем преподнести в новогоднем тираже. Мне нравится выражение вашего лица. Вот туда лучше, чтобы вас увидели. Вот вместе с Дедом Морозом. Замечательно. Чудесно. Я вас от души поздравляю с наступающим Новым годом. Вы можете вернуться на свое место. Вы вместе с нами. Итак, призовой фонд второго тура мы уже объявили. Итак, будьте внимательны. Мы продолжаем игру во втором туре. По одному бочонку из мешка. Прошу. Номер 58. Номер 58. Вот ваш. Прошу. После 11-го хода 16 билетов претендуют на розыгрыш джекпота. У вас осталось всего 16, но сумма-то как велика, 20 миллионов 500 тысяч рублей. И следующий номер 18. Номер 18. После 12-го хода осталось 6 билетов. 6 билетов. Напряженная драматическая борьба за суперприз. Номер 75. Номер 75. После 13-го хода 2 билета претендуют на розыгрыш джекпота. Всего 2. Могут пополам разделить 20 миллионов 500 тысяч. Понимаете, поскольку это? Номер 46. Номер 46. Игра продолжается. Игра продолжается. Вперед и дальше. Номер 54. Номер 54.
После 15-го хода джекпот не разыгран. Не разыгран джекпот, можно поаплодировать. Конечно. Конечно, мы сочувствуем тем, кто надеялся, но не выиграл. Но мы аплодируем от радости, потому что в следующем тираже можно выиграть эту сумму. Тем более она увеличится, хотя она и сегодня выглядит просто удивительно. Номер 4. Номер 4. Компьютер считает, билетов много. Вперед. Номер 60, ровно. Номер 60. Прошу. Номер 38. Номер 38. Прошу. Номер 19. Номер 19. Давайте я перемешаю. Как вас зовут? Валентина. Где Новый год встречаете? Дома. Дома, замечательно. Семейный праздник номер 84. Номер 84. А мы любим семейные праздники, у нас семейная игра. Прошу. Номер 6, точка внизу. Номер 6. Играем. Номер 35. Номер 35. Код ваш. Номер 76. Номер 76. Валентина. Номер 13, чертова дюжина. Номер 13. Вперед и дальше. Номер 78. Номер 78. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, дорогие мои, появились билеты, в которых есть карточка, в которой 14 номеров из 15 зачеркнуты. Если вытаскивать счастливый номер, в котором заканчивается игра, звучит команда «Стоп, игра», вы получаете приз, эту магнитолу. Остается сделать совсем немного. Ну, номер 51. Номер 51. Лидирует два билета. Два билета. Не отчаивайтесь, я иду по кругу. Как вас зовут? Мадина. Мадина, давай, Мадина. Номер 10. Номер 10. Лидируют два билета. Иду по кругу, Валентина. Номер 69. И туда, и сюда 69. Номер 69. По-прежнему лидируют два билета. Два билета. Эко оторвались как. Догнать и немедленно. Номер 77. Номер 77, игровая ситуация не изменилась. Не изменилась ситуация, изменилась ваша личная ситуация. Вы вытащили счастливый номер. У нас сегодня 377-й праздничный новогодний тираж. Тот, кто сегодня вытаскивает этот номер, получает от нас подарок. Это пылесос. А все-то радуются, кто? Это ваш пылесос. Пока вы привыкаете к тому, что у вас есть новый пылесос, мы продолжаем нашу игру, потому что борьба идет за 124 тысячи рублей, даже более. Номер 57. Номер 57. Лидирует три билета. Три билета. Мадина. Номер 83. Номер 83. Лидирует 10 билетов. 10 билетов. Валентина. Номер 3. Номер 3. В группе лидеров 17 билетов. 17 билетов. Как вас зовут? Андрей. Андрей. Ну, может быть, вы к своему пылесосу, да нашему магнитолу. Номер 56. Номер 56. Лидирует 26 билетов. 26 билетов. Как вас зовут? Амина. Амина. Прошу вас.
Номер 43, Сталинград. Номер 43. Стоп-игра! Стоп-игра! Во втором туре выиграл один билет. Выигрыш 124 тысячи 445 рублей. Ну вот так, конечно, мы вот этими аплодисментами поздравили человека, который выиграл более 124 тысяч рублей на один свой билет. Вам, конечно же, вот этот приз, вы ему принесли удачу. Всем игравшим за столом эти елки, призы от нашей передачи. И самое главное, вам аплодирует студия. А игра во втором туре завершилась номером 43, я сказал, Сталинград. Вот идет, девушка, идите сюда, вот. Вот она, простая сталинградская девушка. Как вас зовут, дорогая? Татьяна. Танечка, вам предстоит вытащить из мешка 4 бочонка. Игроки под этими номерами занимают места за игровым столом. Номер 90, иди к нам, дедушка. Номер 90. Дедушка, действительно, дедушка, идите сюда, разбудите дедушку. Вот он, хорошо. Он не поверил своему счастью. Номер 33. Номер 33. Номер 33. Кудри. Кудри. Слева Кудри Токаря, справа Кузнеца. Номер 50. Полстар ровно. Номер 50. 50. Полстар ровно. И последний игрок, который четвертый, займет ваше место. Таня, ваше место за столом. Номер 37. Номер 37. А вам, прежде чем вернуться на свое место, предстоит получить приз. Сейчас вы в предощущении. Ну, конечно же, перед Новым годом. Что можно получить? Вот он подкрадывается сюда. Я ошибся. Оказывается, вы не уйдете, вы уедете. Год лошади. Таня, ну оседлайте этого. Ну ладно, просто берите его в руки. Итак. Не смотрите, она смелая девушка, я сказал, простая сталинградская девушка, вот она с лошадкой ушла на место. Вы заняли это место, я вас от души поздравляю. Нам нужно узнать, каков призовой фонд третьего тура. 248 891 рубль. Больше и больше. Итак, мы продолжаем игру в третьем туре по одному бочонку из мешка. Номер 47. Номер 47. Вперед и дальше. Вы у нас дедушка. Вы дедушка по-настоящему? Конечно, дедушка. Номер 82. Номер 82. 82, это бабушка надвое сказала. Прошу вас, как вас зовут? Олег. Олег. Номер 52. Номер 52. А вас как зовут? Денис. Очень приятно. Номер 20. Номер 20. Так. А вас как зовут? Сережа. Номер 31. Номер 31. Дедушка, как вас зовут? Владимир. Дедушка Володя. Номер 8. Номер 8. Так. Шум. Номер 71. Номер 71. Денис. Номер 9, Айвазовский, 9 вал. Номер 9. Так, Сережа. Номер 24. Номер 24. Дедушка Володя, сколько внуков? Внуков сколько, дедушка? Двое. Номер 21. Номер 21. Так, прошу. Номер 81, баб с клюшкой. Номер 81. Денис. Номер 27. Номер 27. Сережа. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Третий и последующие туры выигрывают билеты,
которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы с Сережей застыли вот в этой мизансцене. Почему? Потому что сначала мы должны были прослушать правила. Правила, по которым можно победить в третьем туре. И теперь вот так, по одному бочонку, теперь можно вытаскивать номер 25. Номер 25. Лидирует один билет. Очень важно, кто из вас, дедушка Володь? А? Ну, или сейчас, или я иду по кругу, можно еще раз. Номер 48. Номер 48. Лидирует один билет. Один билет. Ну, трудно было попасть. Ну-ка. Номер 32. Номер 32. Один всего билет. По-прежнему лидирует один билет. Один билет, но в нем зачеркнуто 29 номеров из 30. Посмотрите, что с человеком происходит. Номер 72. Номер 72. Лидируют три билета. Три билета. Сережа, есть предощущение удачи? Попробуем. Очень важно, кто из вас вытащит счастливый бочонок, которым закончится игра в третьем туре. Номер 7. Номер 7. Лидируют четыре билета. Четыре билета. Ну, дедушка Володь, как? А? Там бабушка, он за вас страдает? Конечно. Конечно. Номер 62. Номер 62. Лидируют 7 билетов. 7 билетов. Ну, Олег, давай. Номер 40 ровно. Номер 40. Лидируют 18 билетов. 18 билетов. Денис. Номер 30 ровно. Номер 30. В группе лидеров 35 билетов. 35 билетов. Сережа, вам все решать. Номер 70, юбилей. Номер 70. Стоп игра. Стоп игра, вот победитель. В третьем туре выиграл один билет. Выигрыш 248 891 рубль. Давайте поздравим. Давайте поздравим одного человека, вы ему принесли удачу. Всем игравшим за столом призы от нашей телевизионной игры «Лотерея русского», то вам особый приз. Дома распечатаете, поймете, что там. И, думаю, не пожалеете. Давайте проводим аплодисментами тех, кто играл с нами за столом в третьем туре. Благодарю вас, благодарю вас. Мы продолжаем наш тираж. Итак, дорогие мои, буквально через несколько секунд мы продолжим нашу игру и разыграем большую часть нашего призового фонда, более 120 миллионов рублей. Буквально через минуту мы продолжаем наш розыгрыш.
После этого экспрессивного танго мы продолжаем розыгрыш основной части нашего призового фонда. И поможет мне это сделать певица, которой я неоднократно признавался в любви. Это народная артистка Грузии, очаровательная Тамара Гверцетели. Тамара, спасибо тебе, что ты пришла. Итак, по одному бочонку из мешка сюда работать вместе с нами. Итак, будьте внимательны, мы продолжаем наш розыгрыш удивительного, огромного призового фонда новогоднего тиража. Номер один. Номер один. Выиграл 5 билетов по 132 742 рубля. Номер 17. Номер 17. Выиграла 7 билетов по 118 520 рублей. Вы вслушайтесь, какие суммы выигрывают жители Российской Федерации. Номер 85. Номер 85. Выиграла 15 билетов по 82 963 рубля. А всего-то надо было запастись билетом нашего новогоднего тиража. Номер 14. Номер 14. Выиграл 21 билет по 79 тысяч 13 рублей. Вперед и дальше. Номер 80, бабушка. Номер 80. Перемешаем. Выиграла 27 билетов по 92 тысячи 182 рубля. Прошу. Номер 44, стульчики. Номер 44. Выиграла 50 билетов по 49 778 рублей. Номер 87. Номер 87. Выиграла 62 билета по 40 144 рубля. Номер 34. Номер 34. Выиграла 133 билета по 18 713 рублей. Мне, конечно, очень интересно, как там дела моих коллег, телеведущих. Номер 23. Номер 23. Выиграла 213 билетов по 13 243 рубля. Как там игровая погода складывается на Метео ТВ? Номер 89. Номер 89. Выиграла 286 билетов по 8122 рубля. Номер 36. Номер 36. Выиграла 510 билетов по 3253 рубля. Хотя в наших билетах номера не нужно стирать, а только зачеркивать. Я думаю, что у Андрея Малахова будет большая стирка. Номер 59. Как дела, Андрей? Номер 59. Так, так себе, понятно. Выиграла 823 билета по 2016 рублей. Количество выигравших множится. Номер 12. 12-я ночь. Номер 12. Выиграла 1527 билетов по 1086 рублей. Номер 49. Номер 49. Выиграла 2617 билетов по 634 рубля. Вперед и дальше, царица Тамара. Номер 66. Номер 66. Выиграла 5239 билетов по 317 рублей. Номер 22. Номер 22. Выиграла 7056 билетов по 235 рублей. Сколько же всего выиграет в новогоднем тираже жители Российской Федерации? Номер 68. Номер 68. Выиграла 13 063 билета по 127 рублей. Вперед и дальше. Номер 39. Номер 39. Перемешаю. Выиграла 16 748 билетов по 99 рублей. Хотя бочонков остается немного, но надежд огромное количество.
Итак, 79. Номер 79. Выиграла 29 205 билетов по 85 рублей. Итак, мы приближаемся к финалу. Номер 55. Перчатки. Номер 55. Выиграл 40 801 билет по 101 рублю. Вперед. Еще есть. Еще есть надежда. Номер 2. Номер 2. Выиграла 77 390 билетов по 64 рубля. Итак, еще? Мы продолжаем игру? Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 11 барабанной палочки. Номер 11. Выиграла 115 556 билетов по 72 рубля. И еще выиграла Тамара Гверцители. Она вытащила счастливый номер. Номер 11. Вот... вам приз, который вручается нашему игроку, который вытаскивает счастливый номер, номер 11, я его вам вручаю. Тамара, да, я поддержу это ассистентки, у вас сегодня еще много работы. А точно такой же видеоплеер или это видеомагнитофон мы отправляем нашему игроку, который успел нас поздравить с Новым годом. Один конверт из этого лотка, это поздравительные письма, которые пришли к нам. Тамара. Так, одним почитателем вашего таланта стало больше. Итак, Демина Анастасия, улица Вокзальная, город Новоалтайск, Алтайский край. Поздравляет, пусть Новый год со счастьем новым уверенно в лото войдет и вместе с запахом еловым призов побольше принесет. Браво, браво! Браво! Точно такой же видеомагнитофон поэту из Новоалтайска. И мы продолжаем нашу игру. Номер 88. Матрешки. Номер 88. Выиграл 147 531 билет по 84 рубля. Продолжаем игру? Внимание, разыгрывается последний тур. Последний ход. Вот я предчувствовал, что вот-вот должен уже подкрасть. А? А, ну я это от Тамары зависит. Давай, Тамарочка. Да. Ну, попробуем. Номер 26. Номер 26. Итак. Выиграла 237 809 билетов по 73 рубля. Итак, всего выиграла 696 711 билетов. Сколько? 696 711 билетов. Вы представляете, сколько жителей Российской Федерации выбрали? Тамара, мы вас просим подготовиться к исполнению музыкального номера. На 83-м ходу игры основной розыгрыш закончен. В мешке осталось 7 бочонков. Мы высыпаем все, что у нас осталось здесь, в нашем мешке. Я называю номера, которые зачеркивать не надо. Проверьте, пуст ли наш игровой мешок. Отдайте его в тиражную комиссию. Итак, я называю номера, которые остались в мешке. Номер 5. Номер 16, номер 41, номер 45, Ленинский проспект, дом 45, остался домом на Ленинском проспекте, номер 61, номер 63, номер 74. По этим номерам нужно проверить, вдруг ваш билет выиграл кубышку. Кубышка разыграна. Разыграна! Вот и кубышка разыграна. Я сказал, что она может быть разыграна. Но призовой фонд кубышки выиграли 22 билета. 22 билета поделили между собой нашу кубышку. Я поздравляю всех 22, всех 22, все 22, в общем, счастливчика. Они будут, естественно, счастливы и вознаграждены. А мы, дорогие мои, если мы еще не успели разыграть наши квартиры в Москве, мы разыгрываем квартиры в Москве вместе с тобой. Дорогой Степашка, Наталья Голубенцева, я правильно, Голубенцева, разыгрывает вместе со Степашкой квартиры в Москве. Ну, конечно же, вот эти 10 бочонков, Степашка, вот сюда. Быстренько, дорогой Степашка, мы открываем эти номерочки. Еще вот один, надо подтолкнуть их, помогите. О, вот они здесь, в нашем мешке, я перемешиваю. Итак, вновь. Семизначные, восьмизначные номера нужно вытащить ровно... 6 бочонков. Ровно 6 бочонков, и мы разыграем 15 квартир в Москве. Итак, по одному бочонку из мешка.
Номер 7! Номер 7. Семерку на место. Давай, Степаша. 2. Номер 2. Номер 2. И двойку бросаю на место. И сюда. 5. Номер 5. Номер 5. И пятерку на место. Сколько нам еще осталось? Еще 3 бочонка. 3 бочонка. Номер 1. Номер 1. И единичку на место перемешиваю. И еще. 5. Номер 5, сказал Степашка. Номер 5, остался последний и бочонок. И последний номер перемешаю. Кому достанутся 15 квартир в Москве? 0. Остальные 0. Числа в вашем билете сошлись. Назовите нам эти номера. Квартиры выиграли билеты, оканчивающиеся на номера 051-527. Всего разыграно 15 квартир. 15 квартир в Москве. Я поздравляю вас всех, дорогие мои, с новым наступающим годом, с новым счастьем, с новой радостью. В новом году «Русское лото» будет с вами. А нашу сегодняшнюю новогоднюю передачу завершает очаровательная Тамара Гверцители. В раннем детстве я в чудо верю, и я гадаю, каким он будет, что принесет он год новый людям. Многое лето, многое лето, я вам желаю счастья и света. Открою двери и сердце настежь, хорошей песней и добрым словом хочу я встретить год этот новый. Многое лето, многое лето, я вам желаю счастья и света, счастья. Верю, и я гадаю, каким он будет, что принесет он год новый людям. Многое лето, многое лето, я вам желаю счастья и света. Много
наши телезрители. В это последнее воскресенье уходящего года мы хотим поздравить всех вас с наступающим новым 2002 годом, дорогие игроки лотереи ТВ Бинго Шоу! Конечно же, в эти предновогодние дни вы не раз услышите слова поздравлений. Вас будут многие поздравлять. Но нам бы хотелось, чтобы наши поздравления, поздравления нашей лотереи выразились не только в словах, но и в делах. А дела наши – это те призы, которые лотерея ТВ Бинго Шоу приготовила на этот праздничный новогодний тираж. Призов море, и все они, как всегда, будут обязательно разыграны. Ни один не останется в лотерее. Призов море, но каждый из вас, я понимаю, ждет своего приза. И не будем томить вас ожиданиями. Света, представляй тиражную комиссию и начнем игру. Председатель тиражной комиссии Рубачев Андрей Николаевич, директор школы номер 98, поселок Кратово. Иванова Надежда Ивановна, учитель физики школы номер 503, член тиражной комиссии. И представитель нашей лотереи, ответственный секретарь тиражной комиссии, Каткова Светлана Евгеньевна. Ну, Света, как говорится, как откроешь тираж, так и проведешь. Поэтому открываем дружно и вдохновенно. 67-й новогодний тираж Всероссийской денежно-вещевой лотереи ТВ Бинго Шоу объявляется открытым! На сегодняшний новогодний тираж продано 7 миллионов 602 тысячи 58 билетов. Призовой фонд нашего сегодняшнего тиража 76 миллионов 20 тысяч 580 рублей. Призовой фонд Бинго 15 миллионов 204 тысячи 116 рублей. Ну а как поживает наш новогодний джекпот? Призовой фонд Бинго, как я сказала, 15 миллионов 204 тысячи 116 рублей. Джекпот 15 миллионов 204 116 рублей, а бинго плюс джекпот 30 миллионов 408 232 рубля. Ну вот такой у нас громадный джекпот, несмотря на то, что джекпот более 20 миллионов мы разыграли накануне Нового года. И что же, Света, нужно, чтобы выиграть и бинго, и джекпот одновременно? Чтобы выиграть и бинго, и джекпот, у вас в билете на одном из игровых полей должно совпасть 15 номеров до 35-го шара по счету включительно. Тогда вы выиграете 30 миллионов 408 тысяч 232 рубля. Ничего себе подарочек к Новому году! Но есть у нас и другие подарочки. Радиоприемники, фотоаппараты, радиотелефоны. И, конечно, все мы с нетерпением ждем розыгрыша 50 автомобилей. Мы разыграем 20 автомобилей ВАЗ-2106. 20 автомобилей ВАЗ-2107. И 10 автомобилей 21093. ВАЗ-21093. Итого 50 машин. Итак, все свои предновогодние обещания лотерея ТВ Бинго Шоу выполнила. Мы гарантировали приз бинго 15 миллионов рублей. И кто-то из вас обязательно сегодня его выиграет. Мы обещали 50 машин, и все их мы сегодня и разыграем, а вы, следовательно, их выиграете. Потому что отличительной особенностью лотереи ТВ Бинго Шоу является то, что мы разыгрываем призы только среди проданных билетов. Конечно же. Конечно, нам очень хотелось под Новый год разыграть 45 миллионов рублей. Но человек, как говорится, предполагает, а Бинготрон располагает. Джекпот разыгрался, громадный джекпот, как я говорил, более 20 миллионов рублей, разыгрался на прошлом тираже. Ну, что же, так судьбе было угодно, ведь это и есть лотерея. Но как бы там ни было, в лотерее ТВ Бинго Шоу продолжают происходить небывалые события. Уже вторую неделю подряд мы разыгрываем громадные суммы. Бинго плюс джекпот сегодня более 30 миллионов рублей! И такое возможно только в нашей лотерее. А начиная с 13 января, не менее 20 миллионов рублей мы будем разыгрывать каждую неделю. Таким образом, купив билет бинго за 20 рублей, вы имеете реальную возможность выиграть более 20 миллионов рублей. Теперь в каждом тираже. Страсти накаляются. Но подробнее об этом мы поговорим в январе. А сейчас я с огромным удовольствием представляю зрителям нашего гостя, азартного игрока бинго, великолепного композитора и певца Игоря Николаева! Игорь, мы рады приветствовать тебя в нашей предновогодней программе. Ну что ж, Света, пора приниматься за дело. Праздники праздниками, но сейчас и нам, и нашим игрокам предстоит серьезно потрудиться. Играть будем очень-очень быстро. Потому что
призов очень-очень много. Давайте для разминочки разыграем что-нибудь полегче. Разыграем радиоприемник Panasonic по 4 последним цифрам номера вашего билета. Разыграем! На экране выигрышная комбинация. 4, 4, 5, 5. И таких выигрышей 777. Вот такая красивая цифра, 777. Поздравляем! Поздравляем! Разминочка продолжается. Разыгрываем фотоаппарат Олимпус также по 4 последним цифрам номера вашего билета. Семь, один, восемь, три. И таких выигрышей 777. Поздравляем! Да что ж такое, опять 777. Вот такое счастливое новогоднее число. Разыгрываем радиотелефон Panasonic также по 4 последним цифрам номера вашего билета. Свет, только не говори, что сейчас будет 777 призеров. Счастливая цифра. 2, 6, 0, 3. И таких выигрышей 749, чуть меньше. Поздравляем! Поздравляем! А сейчас небывалый новогодний аттракцион. Розыгрыш сразу 20 автомобилей ВАЗ-2106 по полному номеру и серии билета «Бинго». Итак, первая из 50 машин в сегодняшнем тираже достанется человеку, купившему билет под номером 0888122, серия 999, город Омск. Два, семь, шесть, шесть, ноль, восемь, четыре, серия 999, город Иркутск. Три, восемь, восемь, девять, ноль, пять, ноль, серия 999, Новокузнецк. Семь, два, девять, девять, семь, два, один, серия 999, Краснодар. Один, восемь, один, восемь, три, семь, пять, серия 999, Нижний Новгород, Омск, Иркутск, Новокузнецк, Краснодар, Нижний Новгород. Мы поздравляем вас с победой и продолжаем разыгрывать автомобили ВАЗ-2106 по полному номеру и серии новогоднего билета «Бинго». Ноль, четыре, девять, один, шесть, пять, два, серия 999, город Мурманск. Наши поздравления городу Мурманску и ждем следующего обладателя шестерочки в новогоднем тираже лотереи этого бинго-шоу. Он купил билет под номером 094-9533, серия 999, в городе Самара. Два, ноль, два, пять, пять, ноль, один, серия 999, город Энгельс. Семь, три, пять, два, ноль, три, восемь, серия 999, город Краснодар. Четыре, ноль, семь, восемь, ноль, два, девять, серия 999, город Пермь, Мурманск, Самара, Энгельс, Краснодар, Пермь. Мы поздравляем вас с победой и продолжаем розыгрыш автомобилей ВАЗ-2106 в новогоднем тираже лотереи ТВ Бинго-шоу. Еще пять шестерок по полному номеру и серии праздничного новогоднего билета «Бинго». Эх, сейчас мы узнаем, кому из игроков лотереи Бинго-шоу повезло следующему в этом розыгрыше. Повезло человеку, купившему билет под номером 88-5-2-4-1-1, серии 999, в городе Казань. Пять, три, два, восемь, два, пять, два, серия 999, город Пенза. Что-то пока не везет москвичам и питерцам, но москвичам очень везло в прошлом тираже. Итак,
Следующая шестерочка достанется человеку, купившему билет под номером 816-2533, серия 999, город Кисловодск. Ну, кому под Новый год достанется в подарок еще один автомобиль ВАЗ-2106, а достанется он человеку, купившему билет под номером 077-0821, серия 999, в Омске. Еще. Ох, сколько у нас сегодня автомобилей. Еще одна шестерочка отправится в город Камышин, где игрок лотерейного шоу купил билет под номером 454-95556, серии 999. Ох, и последние пять шестерок, но это только шестерок, у нас есть семерки и девятки, по полному номеру из серии новогоднего билета «Бинго». Семь, один, девять, пять, ноль, восемь, ноль. Серия 999. Гулькевичи. Эта шестерочка будет ездить в Гулькевичах. А где будет ездить эта шестерочка? А эта шестерочка будет ездить аж в Воркуте, где наш счастливый игрок купил счастливый билет бинго с номером 060-7152, серии 999. Ноль, восемь, три, шесть, восемь, семь, два, серия 999, город Омск. Ох, нелегко разыгрывать столько автомобилей. Я представляю, как нелегко нашим игрокам их выигрывать. 053-6506, серия 998, город Новосибирск. Гулькевичи, Воркута, Омск, Новосибирск. Мы поздравляем вас с победой. И разыгрываем. Что мы сейчас разыгрываем? А, еще один розыгрыш. 20-й розыгрыш 20-й машины. 8, 7, 8, 6, 5, 6, 4. Серия 999. Город Казань. Таким образом, Гулькевичем, Воркуте, Омску, Новосибирску присоединился город Казань. Я чуть было не объявил этого победителя, не пропустил этого победителя. Итак, мы поздравляем и город Казань с победой. Ну, обычно с Новым годом мы прежде всего с праздниками, прежде всего спешим поздравить людей близких. И сейчас мы хотим поздравить с наступающим Новым годом людей нам близких, спасателей МЧС России. Учредитель Всероссийской денежно-вещевой лотереи ТВ Бинго Шоу, Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Полученные средства идут на помощь людям, пострадавшим от катастроф и стихийных бедствий. А сейчас самый волнующий момент нашей сегодняшней новогодней игры. Розыгрыш новогоднего приза бинго и новогоднего суперприза джекпот. Я вынужден, как всегда, обратиться к председателю тиражной комиссии. Уважаемый председатель тиражной комиссии, все ли готово к этому ответственнейшему розыгрышу? Более 30 миллионов рублей. Да, у нас все готово. Пожалуйста, начинайте. Пожалуйста, начинайте! Мы говорили, что джекпот в лотерее Бинго Шоу не бывает менее 5 миллионов рублей. И несмотря на то, что громадный джекпот разыгрался на прошлом тираже, свое слово мы держим. Сегодня джекпот более 15 миллионов рублей. Итого на кону 30 408 232 рубля. Номер 8. Номер первого шара, выпавшего из Бинготрона в сегодняшнем новогоднем тираже лотереи ТВ Бинго Шоу. Номер 35. Номер 29.
Сегодня основной розыгрыш мы со Светланой ведем стоя. Это символично. Более 30 миллионов рублей, я думаю, заслуживают того, чтобы их разыгрывали стоя. Номер 18. Номер 78. Номер 78. Номер 82. Номер 82. Номер 60. Дорогие наши игроки, в нижней части экрана желтыми цифрами продублированы номера выпавших шаров. Следите внимательно за номером каждого выпавшего шара. Возможно, это ваш шар, ваш шанс выиграть джекпот. Номер 84. Шанс выиграть джекпот 30 408 232 рубля. Номер 24. Номер 89. Номер 30. Номер 30. Номер следующего шара. Один. Номер один. Номер 81. Номер 81. Номер 36. Номер 36. Номер 64. Номер 64. Номер 80. Номер 80. Таков номер следующего шара, выпавшего из бингатрона. Бингатрон сделал 16 ходов. И у 26 наших игроков уже есть по 10 совпадений. Номер 67. Номер 67. Смотрите, что происходит. В одном билете есть уже 11 совпадений. Это только 17-й ход. Ой, боюсь сглазить, боюсь сглазить. Номер 25. Номер 25. Но, по-моему, в сегодняшнем новогоднем тираже есть все шансы разыграть громадный джекпот. 30 408 232 рубля. Номер три. Номер три. Номер шесть. Номер шесть. Номер 37. Номер 37. Номер 77. Номер 77. Номер 7. 37, 77, 7. Сплошные семерки. Семерка сегодня. Будем надеяться, что очень счастливое число. Номер 22. Номер 22.
Номер 87. Номер 87. Номер 58. Номер 58. Вот так в желтом месиве шаров в бенгатроне решается судьба. Есть, смотрите-ка, есть уже обладатель приза третьей категории. Его в билете запало 13 номеров. Это только 26-й ход. Номер 73. Номер 73. Номер 76. Номер 76. Номер 49. Номер 49. Двадцать семь призеров уже есть в сегодняшнем основном розыгрыше новогоднего тиража лотереи Томинго Шоу. Номер 9. Номер 9. Есть обладатели приза второй категории. В их билетах совпало уже по 14 номеров. Это два наших игрока. И есть все шансы разыграть сегодня джекпот, потому что сейчас только 31-й ход. Номер 28. Номер 28. Нет, по-прежнему два лидера, по-прежнему в основном розыгрыше лотереи Томинго Шоу на гонке есть два лидера, и билет уже совпало по 14 номеров. Номер 57. Номер 57. Шесть претендентов на джекпот и три хода в запасе. Напоминаю, джекпот может быть разыгран до 35-го шара по счету включительно. Номер 26. Номер 26, 33-й ход. Ну что же, семь человек. В одном шаре от громадного джекпота 30 миллионов 408 тысяч 232 рубля. Номер 69. Номер 69. 9 человек имеют в своих билетах уже по 14 совпадений. И сейчас решающий 35-й ход. Номер 68. Номер 68. 35-й ход. Нет. Нет. Это не джекпот. Будет 36-й ход и будет обязательно разыгран громадный новогодний приз бинго. Более 15 миллионов рублей. Номер 53. Номер 53, 36-й ход. 38 игроков в одном шаре от приза бинго. 15 миллионов 204 116 рублей. Номер 40. Номер 40 есть! 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 4! 4 обладателя приза бинго! Сегодня 4 приза бинго появились на 37-м ходу! Праздники и фейерверки в честь победителей! Мы вас от души поздравляем с этой новогодней победой! Ну, давайте же смотреть на эти счастливые билеты. Давайте их посмотрим. Итак, первый из них имеет номер 399-4810, серия 999, город Ставрополь. Второй билет имеет номер 598-7893, серия 999, город Благовещенск. Вот такая благая весть пришла под Новый год в город Благовещенск. Третий счастливый билет имеет номер 845-9847, серия 999, город Киров. Ну и вот он, четвертый, фантастика, четыре обладателя приза бинго. Четвертый счастливый билет имеет номер 3076962, серия 999, билет куплен в городе Кемерово. Неспроста, семерки. Ну что же, дорогие наши победители, Новый год, новый 2002 год для вас начинается явно под знаком бинго. И пусть, а знаете, как говорят, как встретишь, так и проведешь. Пусть весь Новый год, 2002 год, пройдет для вас и для всех наших игроков под знаком бинго. Давайте же посмотрим, сколько у нас победителей в основном розыгрыше.
Приз бинго выиграли 4 билета. Приз второй категории выиграли 91 билет. В этих билетах совпало по 14 номеров. И приз третьей категории 1648 билетов. В этих билетах совпало по 13 номеров. Сколько денег выиграли наши игроки сегодня под Новый год? С удовольствием скажу. Приз бинго 3 801 029 рублей. Это потому, что поделен между четырьмя игроками. Приз второй категории 125 308 рублей. Приз третьей категории 4612 рублей. Ох! Ну, я не знаю, мы свои подарки уже, можно сказать, нашим игрокам сделали. Как ты думаешь, что подарит канал РТР нашим игрокам? Ну, реклама. Реклама на канале РТР. Шоколад «Россия» – спонсор новогоднего показа на РТР. Россия – щедрая душа. Вот смотрите, Задорнов – правильная фамилия. Сам ходит, сам говорит, меняет галстуки, костюмы, держит речи. Ему все аплодируют, не пьет, не курит, матом не ругаются, а русский человек его уважает. Уже смешно. Вот наш человек жизнерадостный. Еще одну тайну рассказываю. Нам впервые грозит светлое будущее. Кто не смотрел, посмотрите. Но это просто ужастик. Новогодние фантазии Михаила Задорнова. 1 января на РТР. Мы снова в студии этого бинго-шоу. И с удовольствием продолжаем наши новогодние розыгрыши. Нет, Светочка, это не розыгрыши, это реальность. 20 автомобилей ВАЗ-2107 по полному номеру и серии вашего праздничного билета. Серия 999. Ростов-на-Дону. Серия 998. Томск. 834-6896. Серия 999. Красноярск. 8-1-1-9-3-3-4, серия 999, Пермь. 7-9-0-5-0-7-6, серия 999, город Белгород. Ростов-на-Дону, Томск, Красноярск, Пермь, Белгород. Вас поздравляем с победой и продолжаем розыгрыш еще 5 автомобилей. ВАЗ-2107 по полному номеру и серии новогоднего билета бинго. Три, девять, два, девять, два, два, три, серия 998, город Уфа. 6-5-6-7-0-2-3, серия 999, город Дзержинск. 7-7-5-8-6-2-7, серия 999, город Тула. 1-9-6-9-8, серия 999, город Челябинск. Быстро-быстро играем сегодня, потому что очень-очень много призов, очень-очень много автомобилей. 6-4-2-4-0-8-6, серия 999, Чита. Итак, Уфа, Дзержинск, Тула, Челябинск, Чита. Вас поздравляем с победой, а розыгрыш автомобилей ВАЗ-2105 продолжается. Еще 5 автомобилей по полному номеру и серии новогоднего билета бинго. ВАЗ-2107, простите. 5 автомобилей ВАЗ-2107. 0-5-3-3-7-6-8, серия 999, город Ухта. 0-5-4-3-2-8-2, серия 999, город Сыктывкар. Ох, успеть бы все разыграть до конца эфира.
0450953, серия 998, Санкт-Петербург. Столько призов, столько машин мы не разыгрывали никогда. 0162195, серия 999, Москва. Вот и москвичам наконец повезло. Восемь, 0309, 0305, серия 999, Воронеж, Ухта, Сыктывкар, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж. Поздравляем вас с победой. Ох, я уже просто взмок разыгрывать мобили. А кто говорил, что будет легко? Легко не будет. Еще, что у нас сейчас еще? Еще 5 автомобилей, ВАЗ-2107 по полному номеру из серии новогоднего билета. Бинго, я уже сбился со счета. Один, 4 9 0 3 3 2, серия 999, Барнаул. Ноль, 9 1 8 7 5 4, серия 999, Тольятти. Восемь, 2 1 7 6 3 6, серия 999, Москва. Ноль, 4 8 4 7 1 4, серия 999, Мурманск. Пять, 8 3 7 2 7 3, серия 999, Владивосток. Барнаул, Тольятти, Москва, Мурманск, Владивосток. Вас поздравляем с победой. И переходим к розыгрышу еще 10 автомобилей. На сей раз ВАЗ-21093 по полному номеру и серии новогоднего билета «Бинго». Два, шесть, семь, восемь, девять, восемь, пять, серия 999, Сочи. Пять, пять, два, 4 5 4 7, серия 999, Екатеринбург. Семь, 2 9 1 5 8 9, серия 999, Лабинск. Два, 8 1 3 3 2 7, серия 999, Иркутск. Шесть, 3 3 3 9 7 9, серия 999, Калуга. Итак, Сочи, Екатеринбург, Лабинск, Иркутск, Калуга. Вас поздравляем с победой и разыгрываем еще автомобили ВАЗ-21093 по полному номеру и серии новогоднего билета «Бинго». Четыре, 2 9 3 3 9 2, серия 999, Челябинск. Это последние 5 автомобилей в сегодняшнем новогоднем тираже. 3 6 0 8 5 0 2, серия 999, Санкт-Петербург. 1 0 2 5 2 2 2, серия 998, Краснодар. 9 4 7 0 9 5 8, серия 999, Уфа. Последняя девятка в сегодняшнем новогоднем тираже. Кому же достанется она? 5 9 0 4 1 8 6, серия 999, Магадан. Итак, Челябинск, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Магадан. Вас поздравляем с победой. Я представляю, как сейчас должны быть счастливы наши победители. И для полного счастья им не хватает лишь рекламы. Реклама на канале РТР. Шоколад «Россия» – спонсор новогоднего показа на РТР. «Россия» – щедрая душа. От
Отныне ты будешь носить только черное. Ты потеряешь все. Даже имя и отпечатки пальцев. Нас нет и никогда не было. Наше имя – никто. Наш язык – молчание. Мы вне системы. Мы над ней. Мы люди в черном. Интересная у вас работа. Премьера. Томми Ли Джонс и Уилл Смит. Люди в черном. Сегодня вечером на РТР. Ну и традиционный розыгрыш утешительных призов, как всегда, 6 раз по 2 по средним цифрам номер вашего билета. Величина утешительного приза, включая налог, 31 рубль. 3-6. 0-6. 2-3. 0-4. 5-5. 3-9. Давайте узнаем количество победителей в этом финальном розыгрыше сегодняшнего новогоднего тиража. Количество победителей 460211. Величина приза, включая налог, напоминаю, 31 рубль. Если вы выиграли утешительный приз, можете получить на руки 20 рублей или билет на следующий рождественский тираж, в котором вас ожидает снова замечательный приз. Играйте с нами. Завершен, могу сказать, феерический новогодний тираж лотереи ТВ Бинго Шоу. Тираж, в котором мы разыграли приз бинго 15 204 116 рублей. Но джекпот не разыграли. Это значит только одно. Это значит, что он увеличится к следующему тиражу, к рождественскому тиражу, и будет около 16 миллионов рублей. Следующий тираж, как я сказал, у нас рождественский. Он состоится 6 января 2002 года в 9:40 утра, как всегда, на канале РТР. Билеты приобретайте в любой точке продажи с логотипом ТВ Бинго Шоу, а также в киосках «Аргументы и факты», «Российские лотереи» и «Спорт Лото». А призы, которые выиграли в сегодняшнем новогоднем тираже, вы еще успеете получить до Нового года. Прямо завтра. С результатами сегодняшнего тиража вы можете ознакомиться в газетах. Вечерняя Москва, новая газета, а и в телеглаз, и в интернете по адресу www.tvbingo.ru. А также в вечернем выпуске ТВ Бинго новостей на канале РТР. Если вы хотите участвовать в реализации билетов нашей лотереи, то позвоните по телефону, который вы сейчас видите на ваших экранах. Ну, а сейчас наши операторы покажут вам телефоны наших региональных представителей. По любым другим вопросам обращайтесь к нашим операторам по телефону 250 68 88. Ну что же, мы могли бы сказать, что эфир этого феерического 67-го новогоднего тиража завершен, если бы не обещанный вам приятный сюрприз. Песня нашего замечательного гостя Игоря Николаева. Еще раз поздравляем вас всех с наступающим Новым годом! Удачи вам и до встречи в новом году 6 января в 9:40 утра на канале РТР. Игорь Николаев! Выпьем, Игорь! С наступающим всех вас! С наступающим Новым годом, ребята! Выпьем за любовь! Волною о причал. Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль. Умчалась юность бедная за даль туманных звезд. И за любовь последнюю я поднимаю тост. Выпьем за любовь. Выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь.
что для других срывал. Прости меня за все мосты, что за собой сжигал. Но мы построили с тобой последний хрупкий мост. За возвращение любви я поднимаю тост. Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь, пусть дрожит хрустальная слеза. Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь. Выпьем за любовь.